Меня спросили, почему я сижу на старой версии Буэндака. На самом деле вообще пофиг, на какой версии сидеть, потому что я могу хоть на версии 2.5 Blender сидеть или ранее. У меня Blender — это только лоу-поли моделирование. Конечно, Blender 2.9 внес свои изменения в полигональное моделирование, уже хорошо. Но все следующие версии Blender показываются сейчас вот здесь, в шотсе. У них там все приколюхи — это в процедурке, в каклисе, либо в Eevee рендеринге и так далее. Какой смысл мне от Eevee рендеринга в моем хендпейнте, где я вообще просто беру, делаю скриншот из вьюпорта, вставляю в Photoshop уже подготовленный лист для оформления к публикации, вычищаю фон вот этот серый, который блендеровский, и все, я отправляю на публикацию в RStation. Сейчас, конечно, было показано там рисование в блендере, но я, блин, не хуже могу средствами Photoshop и 3D кода такие же вещи вытворять, как бы на изи. Так что блендер я использую только для полигонального моделирования и назначаю текстуру в виде PNG файла. Все.